В 2019 году TikTok стал набирать обороты, и я тоже решил попробовать заснять пару роликов. На тот момент они собрали где-то около 1000 просмотров. Для меня это было, ну, что-то невероятное, и я решил продолжить снимать. Снимал я 9 месяцев, искал себя, и за 9 месяцев собрал 8000 подписчиков. После я начал снимать юмористический формат, который снимаю сейчас, и вот спустя 7 месяцев у меня уже 119 тысяч.